тест передать. Здесь все готово к большому футболу, и мы ждем от матча самого высокого уровня. Взять, мяч, взять, блядь! Ой, я просто... Мастерски сыграно! Да! Вот так ты играешь, да, получается? Мяч летит в сам... Вот она, панка! Да, блядь, встань! Встань! Да что это? Сука! Забрать, схавать, уничтожить. Хороший пас получился. Залупа! И заходит пас до него. Хопа! Дара на воротах, нормально все. Отбери. Ручки, да? Бля, мои, что ли? Ручки, я думал, твои. Наказаны карточкой. Так, это что за хуйня? Занчал Каноглу. Хопа! Хопа! Побежал, детка моя, вперед! Не голешник, да блядь! Получилось. Блядь, ты чё отпустил мяч, долбоёб? Рука, блядь! Не было нихуя! Чё, у меня Хандановец стоит? Кто это, блядь? Не знаю. Родриго! Родриго! Бля, он меня наёбывает! Я, блядь, смотреть начинаю! Блядь, нет! Я сразу на него смотрю! Хоп! До конца, вон тому! Хоп! Вот сюда! И! Угловой флаг. Забегание, блядь, забегание. Отдает он передачу. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. Ах, какое мастерское... Воротчик! Не пропустил. Как гол, а? Очень красивый гол забил. Ладно. Да. В атаку они переходят. О! Тихо! Шутрезы сейчас пора. Дэнс, блядь! Ускоряется, бал проще мы сейчас играть. Дай! Нефтик, кто мне нужен. Воу! Нефтик! Возьми! Вот что он стоит? Вперед! Давай, детка, смотри! А вот он голешник, Вова, смотри! И пошел на вес в штрафной. Блядь! У соперника в итоге мяч оказывается. Мартинес! Да! Да сука! Нет! Дальний мяч летит. Кому ты дал? Но за это ты поплачешься в конце, отвечаешь, помнишь еще? Трико в ответ. Еще больше они закрепляются. Это красиво. Есть варианты для развития. Как ты бьешь? Встань! Ой! Прекрасный простой удар! Нахуй это, убираем! Надо убирать! Сбегается Азарт! Он не реализует его! Унизили, загнули, унизили. Через себя! Главное это спасти! Мяч летит в центр штрафной. Не получилось. Заканчивает нашу трансляцию.